Ну вот, 25 июня 2017 года вышли в лес на разведку. Прошли обильные дожди, но ничего вроде как не видно. Ягод нету, лето у нас такое. Все знают. Пришел на место, называемое Бабуркино поле, возле Речевского тракта. Это был хороший человек в деревне по прозвищу Бабур. Когда-то он арендовал это поле, но это было давно, ничего у него не вышло. В общем, вырос большой лес уже. Тут уже его рубят. Ну и место такое, что много грибов. А Речевский тракт, он еще чем хорош, то что здесь первым делом появляется маслята и земляника. Вот я тут пришел, посмотрел, правда, появились маслята. Вот срезаем. Вроде бы хорошие. Но ничего нет, обычно их целые колонии растут. И растут они день-два. Нужно успеть собрать. На третий день уже можно их не собирать. Режешь, они уже большие. Лопухи, изъеденные червями. Даже вот не знаю, что сейчас. Ходить смотреть еще что-нибудь. Или еще что-нибудь. Ну, это, в принципе, веду трансляцию. Не то, что трансляцию. Записи. Сейчас модно стало. Всякие трансляции. Все. Ну, у меня давно группа на Mail.ru «Грибы на асфальте». Там я уже несколько лет пишу. Конечно, там что-то исчезло. Ну ничего. Вон, пусто все по идее-то. Но это Речевский тракт. Он примечателен тем, что очень давно, как говорили старики, здесь его делали. Он был выложен деревянными тюльками. И, в общем, вместо булыжника как бы использовалась. Технология такая была. Я очень давно находил там в одном месте кругляшки такие, как блинами весь. Дорога выложена. Ну, дерево есть дерево, оно уже давно все сгнило. Поэтому выросли сосны, елки. Ну, дорога-то осталась. Тут в основном трактора ездят. Да это. Ну, практически не используется. Грибники ходят. Вон еще поганки тут какие-то есть. Вот земляника цветет еще. Прошлые года обычно земляника начиналась 20 июня. Теоретически она должна была уже цвести, ой, созреть. Народ ее уже собирал. Но у нас в этом году лето-то не очень, все сместилось. В прошлом году, в принципе, уже было 15 июня, я ходил. Замечал, все, у меня где-то записи есть. И кто для себя, кто на трассу продавать. Грибы. Ну, странно, в этом году вообще неурожайный год. Практически ничего нет еще. Но надеюсь, к 1 июля где-нибудь земляника вместе с черникой вместе созреет. Вот ягодки цветут еще. В общем, ну это самое такое место, где еще, ну вот, говорю, вот в первую очередь все появляется. Есть места, конечно, еще, где кто ходит, грибники конкретные такие, что все на трассу. Может, еще что знают, но я показываю то, что есть на сегодняшний день. Вот здесь даже оборудованы места. Для того, чтобы посидеть можно было. Отдохнуть. Поесть чего-нибудь. Там поля. А тракт туда шел, на Ориче. Да, еще самое главное. Кто идет в лес, не забывайте. Тут я видел
пока шел сюда, места изрытые кабанами, поэтому в лучшем случае хотя бы сигареты в кармане иметь на всякий случай. Ну или петарды новогодние. Оно как-то спокойнее ходится. Ну а про клещей уже можно не запоминать. Их тут миллиарды, можно сказать. Особенно любят детишек маленьких. Химическая обработка. Это, как говорится, только по телевизору показывают. Ходить в лес, шашлыки. Все хорошо вроде бы. Но на деле здесь лучше, знаете, как сказать, экстрим полный. Клещи, комары, все. Это еще пока погода сегодня не очень-то теплая, так еще. Дождик вчера немножко был. Комаров не так много. А в это время до июля, до августа, мошкары, комаров, без сетки в лес не зайти. Поэтому кто собирается в лес, помните, это не шашлыки. Тут только и гляди, если не медведь выйдет. Где-то я встречал лесы, лоси ходят. Были рыси, говорят, кабаны. Ну а про насекомоядных всяких, кровососущих, это лучше. Тут надо все сетку иметь, хорошую химзащиту. В общем, кто ходит в лес постоянно, не мне объяснять. Это не романтика. Тут звериный чутье надо немножко иметь. Ну, в общем, пока на сегодня все. В принципе, это только разведка. Дальше буду больше еще сейчас снимать. Пока, товарищи, как говорится, не как сейчас говорят везде, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Ну, я за рейтингом не гонюсь. Поэтому уж тут это все зависит от тех, кто это все смотрит. Ну, все, пока.